Так, дубль 2. Оказалось, что в первом дубле я не поместился. Да, и такое бывает. Так. В качестве микрофона обычная гарнитура от телефона Nokia. Уже поближе к морде лица. Соответственно, и мне меньше работы со звуком. Надо же ширинку забыл застегнуть. Так. Где мой мотоцикл? Дай мне вид от третьего лица. Ой, бляха, что-то не туда. Так, ну что, надеюсь, я помещаюсь в кадре. Чуть-чуть подсунусь. Так, ну что, опять не туда. Всем привет! Всех приветствую на канале Мистер Поделкин Ц. В сегодняшнем видео я вам расскажу, как же можно сделать систему для слежения. Заново надо, заново! Нелегко быть видеоблогером, оказывается. Это вам не это. Понятно. Всем привет! Всех приветствую на канале Мистер Поделкин Ц. В сегодняшнем видео я вам расскажу, как же можно сделать вот такую вот систему, то есть так называемый head tracker. Причем ее сможет повторить практически каждый. Я постараюсь, по крайней мере, сделать так, чтобы ее смог повторить каждый, у кого есть, по крайней мере, желание. Стоимость этого всего, что я здесь использовал, примерно 10-12 баксов. Ну, пусть будет больше. Пусть будет 12 баксов. Вот. Ну и постараюсь высветить явные плюсы и явные минусы такого решения. Так что не переключайтесь, дальше будет интересней. Теперь будет самое главное. Нужно показать, рассказать. И написать статью. Вот такое видео для лайв-канала. Всем пока.